Итак, мы закончили презентацию. Я показала вам, зачем нужна дисконтная карта. Вам понравился продукт. И вы мне говорите, ну да, я готов попробовать. Тогда первый вопрос. Что в первую очередь вы хотите приобрести? Что вам нужно? Да, пока только то, что нужно. Предположим, это артишок, желудочно-кишечный тракт. Все проблемы желудочно-кишечного тракта. Это косточки, как мы их называем любовно, экстракт грейпфрутовых косточек. То есть это тот продукт, который на сегодняшний день супер необходим. Супер необходим. Он должен быть у вас в аптечке. И «Мама Мия». А это спрей, который можно брызнуть на маску, спрей, который можно брызнуть на одежду, на подушку. Он способствует и облегчению дыхания, и защищает нас от разного вида бактерий и вирусов. Положим, вы выбрали три этих продукта. Где-то стоимость этих продуктов сначала по клиентской цене около 7 990. И тогда мы с вами можем понять, вот как это, артишока хватит на месяц, косточек может хватить вообще на долгое количество, на большое количество времени, если им не пользоваться вот прямо быстро, срочно, сразу, либо они понадобятся, когда действительно проблема начинается. «Мама Миа», вот этот вивоспрей, который у вас будет, вы им будете пользоваться длительное время, может быть, несколько месяцев. То есть они достаточно такого пролонгированного действия. Хорошо. Вы смотрите и говорите, ну, не знаю, хоть даже это и надолго, устраивает меня это или не устраивает. И мы с вами разговариваем, устраивает или не устраивает ваша цена. Потом вы говорите мне, ну, вы знаете, вот чтобы попробовать, предположим, я бы хотел что-нибудь одно. Да не вопрос, пожалуйста, пробуйте что-нибудь одно. Можете попробовать косточки одни, артишок, а можете попробовать что-то из эфирных масел. Даже эвкалипт, если у вас в доме, или лимон, или апельсин, а у нас 28 различных ароматов, плюс еще и композиции, он уже очень поможет даже вот при каких-то начальных этапах, простудных, может быть, или каких-то еще. Возможно. Опять, это ваше решение. Но я у вас спрашиваю, вам действительно нужен этот продукт? Вы действительно будете им пользоваться? Вам он действительно понравился? Или вы просто хотите попробовать? Ну, взяли и хорошо. Вы можете также у меня проконсультироваться. Вы говорите, нет, мне уже рассказали, я знаю, а нельзя ли как-то у вас подешевле все-таки? Можно. Только я вам сейчас покажу вот эти условия. Итак, если вы берете не три, а 5 наименований, всего на 2 больше, то 6-е уже будет у вас со скидкой. Это и есть механизм получения дисконтной карты, которая уже будет у вас надолго, и всего 2 раза в год вы можете либо кому-то порекомендовать, либо что-то купить. 5 наименований. Итак, хотите, я оставлю все то же, что вы и перечислили. Артишок, косточки и спрей «Мама Мия». Плюс к этому я вам порекомендую либо, может быть, бальзам альпийских трав, то есть это вариант, индийский вариант эфирного масла, который можно положить в сумочку. Специально делал завод Александра Ароматика по заказу Томаса Гетфрида, потому что, он говорит, нашим женщинам удобнее носить в сумочке вот в таком вот виде. Или, предположим, что-то из эфирных масел. Кстати, из эфирных масел я бы еще вам порекомендовала апельсин, лаванду, мяту или мелиссу от стресса, потому что на сегодняшний день неизвестно, что страшнее – паника, страх и стресс или сам вирус, которым мы боимся так сильно. Да? Ну, в общем, неважно, мы выбираем с вами. Мы выбрали 5 наименований. Стоимость этих наименований будет приблизительно где-то 10 тысяч рублей. За эту сумму, я вам показываю не самый дешевый вариант, у нас есть и дешевле. Я вам самый выгодный показываю вариант. За эту сумму вы получаете 6 подарков. 6 маленьких кремов, 15 мл различных маленьких кремов, которые вы можете использовать и для себя дома, и подарить кому-то из близких, и положить в сумочку, взять командировку и куда угодно. Почему это важно? Потому что, чтобы купить каждый из этих кремов, нужно будет большой крем, да, нужно попробовать вложить, допустим, 1700, там, 1500 и более. А здесь
дарится просто вот эти маленькие кремы, они не продаются у нас. Хорошо, вы говорите мне, я согласен, да, это хороший вариант, я согласен. Даже если вы согласны, я покажу вам следующие несколько вариантов. То есть вы должны видеть абсолютно всю вот эту вот партитуру, как я называю ее. Если вы говорите, хорошо, а как-то по-другому можно? Можно. Мы можем поменять что-то в этих 5 наименованиях, чтобы сумма была где-то приблизительно около 7000. И в этом случае из подарков мы потеряем только 2. А 4 крема у нас останутся. И поверьте, они действительно стоят того. То есть это крем тимьян, это крем для ног, это вивоактив с солями Мертвого моря и крем для ног, чайное дерево. Можно сделать еще подешевле и где-то около 5000, 5600 выбрать те наименования, которые нужны, просто что-то заменить. И тогда мы получим все равно 2 крема. Мы не получим все 6, но 2 будет. А они непростые. Это чайное дерево крем и крем вивоактив. Ну, есть еще один вариант. Посмотреть в прайс-листе не на то, что мне нужно, а посмотреть вот на эту колонку, как в меню. Посмотреть, сколько стоит. И выбрать по цене то, что больше всего привлекает по цене. Вы будете удивлены тому, что по цене это будет нужные вещи. Это будет эвкалипт, масло лимона, масло апельсина, это будет бальзам альпийских трав, это будет крем для рук или бальзам для губ и так далее. Или моющее средство для кухни или для ванны. И где-то в пределах 3000 рублей. Да, вы не получите подарков, вот этих маленьких кремов. Но скидка у вас будет точно такая же, как будто бы вы купили на 10 тысяч. То есть это совершенно не важно. И когда я вам покажу, что же это такое, что, какие варианты есть, вы можете выбрать, исходя из своих финансовых возможностей сегодня и из своего внутреннего ощущения доверия. Вот и все. Выбирайте, приходите. И, конечно, технически, все технические вещи я не буду вам рассказывать, все технические вещи вам расскажет ваш спонсор или тот человек, который пригласил вас в компанию Vivasan. Кстати, поклонитесь ему и скажите огромное ему спасибо, потому что когда-то, благодаря моему спонсору, моя жизнь изменилась кардинально. До встречи!